Все еще нет подписки на канал? Подпишись! Жесткий тест по химии. Да, но не очень. Ну как, спасибо, что помогла. Да ладно. А ты слышал про сегодняшнюю вечеринку? Да, но я не пойду, потому что туда надо идти с парой. Но с кем я должна идти? Да, но знаешь, типа, могли бы ты, я... Боже, почему Чес так смотрит на меня? Думаешь, он меня пригласит? Надеюсь. Естественно. Привет, Хана. Привет. Пойдешь сегодня со мной на вечеринку? Хорошо. Привет, Чес. Привет, Клифф. Че, еще не спрыгну откуда-нибудь? Такой сексуальный. Я в 8 заеду. Да. Увидимся. У нас получилось. Да. отлично выглядишь. Спасибо. Давай, давай. Это забавно. Почти получилось. Ты милая, когда пытаешься. Ну давай, мы же ждем тебя. Аккуратней, дамочка. Мы опоздаем, если ты будешь так возиться. Эй, берегись! Ты думала, что сможешь пойти со мной? У него уже есть пара. Неудачница! Неудачница! Нет! Привет, Хана! Ты выглядишь как хорошая девочка. Чё? Хочешь? Шарик. Держи его. О, клёво. А у тебя есть синий? Да. На нём написано, это мальчик. Тебе есть разница? Чё? Конечно нет. Ты такой приятный парень. Ты идёшь на вечеринку? Ты хочешь пойти со мной? С радостью. Тут мне звоняет, хочу проветриться. Боже, эта вечеринка такая тухлая. О, твою мать! Господи, проходи. Держи его. Сексуален? Где ты его нашла? В водостоке. Да ну. Так грязно. Я знаю. Почему ты не можешь быть похожим на него? Этого клоуна? Да. Ты мне не подходишь. Пока. Ты чё себе взомнил, бро? Обойдём-ка выйдем. Потому что сосредоточен на любви к себе, а не ненависти к другим. Ты прав, мужик. Ты такой хороший парень. Повезло, что вы выжили. Что? Чувствуете давление в груди? Да. Держи его. Я слышу что-то. Слуховые галлюцинации, да. Похоже, что вы пострадали от отравления угарным газом. Произошла утечка газа в вашем доме, пока вы ждали, что вас заберут на вечеринку. И это вместе с тремя ударами головой и привело к неестественным галлюцинациям. Были же такие. У меня не все время. Так что, судя по всему, знаете, вы могли умереть или войти в 37% американцев, которые верят, что у них в домах есть привидения. Хотя это всего лишь из-за утечки угарного газа. Берегите себя. Что с твоей рукой? Ты танцевала танец лебедей на вечеринке и сломала мне руку. Я хорошо на вечеринку. О боже. Почему никто не разговаривает со мной?
Поймаешь меня? То есть ты всегда был рядом? Да, я всегда был рядом с тобой. Я тебе нравлюсь? Да. А перевела Алена Лопатина, озвучив виски. Ага.